Жители микрорайона Захребетный в минувшие выходные вновь собрались вместе, чтобы не просто пообщаться, а сделать доброе дело – посадить более 20 деревьев. На этот раз озеленили территорию возле пруда и новой спортивной площадки. За процессом наблюдала и наша съемочная группа. В лесу родилась елочка. В лесу она росла. Вот сейчас будет у нас расти. Полдень в микрорайоне Захребетный оживленным. В выходной день соседи вышли озеленить свою территорию. Среди них Николай Чикин. Черноземом присыплем, да и поливать, наверное, будут. Началось, как сказать, почаще, побольше. По словам председателя ТОСа Захребетный Алексея Сташова, более 20 деревьев были закуплены в рамках выигранного гранта. То есть, потому что есть и черемуха, и есть черноплодная рябина, их здесь нету, сосны. Здесь вряд ли найдешь. Выиграли мы грант, деревья купили, и вот видели, наверное, клумбы, цветы. Цветы достигли раньше, а деревья пришли вот сейчас. Два дня тому назад мы пришли, и вот мы сегодня сделали субботник, посадим. И вот на следующий год будет основная работа, чтобы они пришлись. Так как нужно утро-вечер по ведру воды минимум на каждое дерево. Кропотливый труд Алексея Затеевича не останавливает, впрочем, как и его соседей-единомышленников. Благодаря их инициативе в микрорайоне была установлена спортивная площадка, облагорожен пруд, на котором установили фонтан в виде китенка. Его, кстати, сделали сами жители. Я вот рядышком живу. Мне интересно тут ходить и все, позаниматься. Очень хорошо построили все. И дети играют, все бегают наши. Все нормально, все хорошо. И кит у нас тут плавает. Именно вокруг пруда с китенком и детской спортивной площадки жители микрорайона высадили все 20 деревьев. Однако, говорят, на этом дело не ограничится. В планах огородить много чего еще есть. Планы вот в ближайший год сбудутся, вот тогда и увидите. А сейчас пока это секрет. Интрига, да? Да. Любовь Пермякова, Антон Ведряков, телеканал «Север».